была 9 тысяч, они никому свою религию не навязывают, миссионерства у них нету. Но самое главное, у них нету посредника между Всевышним и обычным прослушиванием. То есть у них нету священников. Нету священников, нету монашествующих. Они говорят, что человек должен самостоятельно вот эту божественную истину постигать. Если есть вопросы, можно к более старшему товарищу обратиться, он говорит, все. На какие деньги это все построено, вы мне обязательно этот вопрос зададите, я вам чуть попозже потом расскажу. Вот, но запомните, две таких границы, 19 и 9. Здесь, в клинике садов, нет всего и как раз они миссионерством не занимаются. Поэтому все это реально там проблема, это все такие только две сады. У них есть символика, но она там находится возле гробницы. Небольшое возвышение шендри, под ним похоронен баб, там стоят букеты цветами, там горят какие-то светильники, не пересчитывайте лампад этих светильников, никакой сакральности в этом году, просто для красоты.